Алексей приехал с Потеряевки. Володя заказал плиту. Да. А тут подарили нам Яна Богослова большой ковер. Затолкали там. Вот с Новосибирска едет. Вот машина как под завязку. Да, да, тут цыплят у него. Полстат цыплят. Все. Еще, да? Все. А кружки там не отдельные или надо там с ней вместе? Все вместе. Ну, сейчас посмотрю еще. Заглянуть на всякий случай. Сейчас посмотрю. Погляди. Вот так, гость. Только думал, Алексею ни разу не звонил среди зимы, а сегодня надумал позвонить. А он, вот он. Кошка вышла наша. Нету? А ну-ка, покажи, цыплята-то не выходят? А, да нет. Вот ничего, они... не против, чтобы показать? Они в коробке. Ага. Они не задохнутся, дырочки? Дырочки, вот, просто они заклеены. Я тоже голубей вожу так же. Вон они. И вон он, клюв вытаскивает. Да-да. И сколько он один стоит? 75. Ну, это выборка, потому что... Так, а рыбу-то нынче не покупали на рыбокомбинате-то? Покупали. Да. Покупали, просто еще не привезли. Сейчас я приеду, займусь этим вопросом. Так, я говорил, запустить на Рыжковске надо и на второй мостик. Все, как сказали, так и сделаем. Так, сколько стоит? Килограмм. Там у них три цены было. Если в марте покупаешь, 350. Мы в марте купили. А это еще дешевле вот это? Да, потом дороже. Потом дороже. Так, и я батюшке сказал, он спрашивал, на сколько берешь? Я сказал, на 2000. Сколько это там... Ваших там 4 килограмма было. Но мы еще в эту цену добавляем за бензин 100 рублей. В итоге 450. Ну хорошо. Вот я, все, я ваши когда, 4 килограмма. Когда я приеду, я рассчитаюсь. У меня сейчас ни копейки нет. Ну, как там, с кем-то, с батюшкой или с кем-то. Вчера только мы отправляли полный комплект в Америку. И только за посылку почти 11 тысяч. Ого. Она тяжелая. Тяжелая, ну 30, почти 5 килограмм. Конечно. Две коробки отправили, кое-как отправили. Mm-hmm. Там квитанции эти на английском языке писать. Писали. Тут я говорю, я пойду пешком, когда... А там были эти дробот-ребятишки-то. Пока до дома дошел, ногу смозолил. А они за мной на машине. Сергей приехал, ну, секунд на 15 раньше меня. Вот я за куста выхожу, и он подъехал. Пока сдали. Ну, давай с Богом. Все, спасибо. Домашним Христос. Поклон. Давайте, хорошо. Ребятишки-то здоровые? Слава Богу, да. Слава Христу. Все. Ну, приезжайте. Хорошо. Ждем на день деревни. Давайте. Так, сумочки. Так, тебя покормить, может? Нет, спаси Христос. Не надо? Нет. Я сейчас тут еще цыплят беру, уже в Барнауле. Я сам домой. Готовлю сейчас здесь. Это я картошку вот такого вот размера с ноготь сварю, а потом ее обдеру. Ну, она легко, значит, растолку, а в другой кастрюле там отдельно совершенно овсянку и с какими-то рожками. А потом вместе смешаю, опять растолку и все. И мне с кошками хватает дня на три. Понятно. Ладно. Ну, давай. С Богом. Приехал Корнилий, говорит, там митрополит. И их сибирскому епископу Силуяну 80 лет. Ровесники оказались. С Богом! Господь с собою. Давай, буду молиться за путешествующим. О, все, поехал. Богом. Все друзья. Ну, вот так. Пошли. Потеряевские гости. Никого тут не было. Вот наше место. Тут мышки появились. Я ему говорил здесь с тобой, ты забыли тоже. Это... Вот они где. Ну ладно.